И к другим темам. Во Взгуту стартует масштабная структурная оптимизация. Тревожную новость сегодня озвучили ряд СМИ. Как нам пояснили, из-за уменьшения финансирования на 20% вуз ждут увольнения. Пока во Взгуту начали реструктуризацию непрофильных факультетов и сокращение преподавателей, которые работают по совместительству. Предположительно, сократят 300 сотрудников. На сегодняшний день реструктуризация университета проходит в рамках оптимизации деятельности университета. Первый этап – это реструктуризация. Да, оно связано с переходом на подушевое финансирование высшей школы. Это касается не только нашего университета, и всех государственных образовательных учреждений высшего образования. Так, например, факультет прикладной лингвистики и коммуникации, за которым числилась одна кафедра, передадут юридическому факультету. По мнению заведующего кафедрой, поправки не критичны. Да, это разницы никакой, в принципе, нет. Какая разница где? Главное, чтобы сохранились все направления. Направления сохраняются, студенты сохраняются. А как и где, просто тут уберут одного декана и все. И на этом сэкономят одну зарплату. Как заверяют во Взгуту, реструктуризация не коснется студентов.